Золото, серебро и бронзу завоевали камчатские спортсмены. Они выступили на межрегиональном турнире по рукопашному бою. Соревнования прошли в Хабаровске в конце февраля. Если честно, то там ставки ставить очень тяжело, потому что нереально высокая конкуренция, потому что в каждой весовой категории там по 18, 20, а то и там 25 человек. То есть там не угадать. То есть там действительно все зависит будет от спортсмена, как он готов психологически, как он готов физически. Все, вот только вот эти вот факторы. Турнир собрал более 250 участников. Камчатский край представили 7 юных рукопашников. Заветное золото и пояс чемпиона завоевал Никита Акулов. Когда я получил пояс, очень был рад. Как будто второй день рождения было. Долго к нему стремился, упорно тренировался. Серебряную медаль на Камчатку привез спортсмен Даниил Кукушкин. Я думал, мне не хватило выносливости. Буду тренироваться, больше ходить на тренировки, больше стараться, чтобы выигрывать и уметь постоять за себя. На третью ступень пьедестала поднялись Константин Тимонькин, Иван Ковалев и Даниил Очкин. Отметим, турнир «Юный рукопашник» собирает весь Дальний Восток уже в третий раз.